Русские идут, а ты придешь? Всем привет, ребята, вы на канале Натали. У нас в районе проходила выставка. Я бы хотела немножко показать. Давайте зайдем вовнутрь. Очень много различных красивых картин. И так нас встречает избушка на куриных ножках. Очень красивая, креативная работа. Мне кажется, кто-то голоден. Каждую картину я комментировать не буду. Ребята, смотрите, наслаждайтесь искусством. Какая замечательная девушка с коромыслом. Это уголок, кто устал, может посидеть и отдохнуть. В этой картине есть изюминка. В этой картинке какая-то изюминка. Посмотрите, какие черты лица. Широкие, глубокие глаза. И очень печальный, к сожалению. Какой интересный зародыш. А вот и сказки Советского Союза. Вы узнаете их? Кто может перечислить сказки? Или просто написать, каких вы знаете героев. Напишите в комментариях. А вот и знаменитые Телетаббисы, которые вышли, мне кажется, в 2000 году или 97-й. А эта картина 18 с плюсом, очень красивая. Изображены все мелочи. Какая шляпа. Какие туфельки изящные. И юбочки с складочкой. Ой, какая картина интересная. К сожалению, не придает камера эти тонкости, но это очень красиво.
Смотрите, ребята, какая креативная картина. Сколько много мелочей в ней. Дорогие ребята, на этом выставка подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной, прошлись по этой выставке. Желаю вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья. Спасибо за комментарии и за лайки. Как и обещала, имена и фамилии художников. Огромное, ребята, вам спасибо. Благодарю вас за прекрасные работы. Вы действительно талантливые люди. Всем пока-пока.